Седьмой междисциплинарный международный конгресс «Manage Pain» «Управляй болью» проходил с 17 по 19 ноября 2016 года в конгресс-парке гостиницы «Рэдисон Роял Москва». Конгресс «Manage Pain» — совместный образовательный проект Европейской лиги борьбы с болью, Ассоциации междисциплинарной медицины, Российского общества по изучению боли и Российского общества по изучению головной боли. Соорганизатор конгресса — межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии. Целью проекта «Управляй болью» является распространение среди врачей передовых знаний по проблеме боли, улучшение коммуникации между врачами различных специальностей, занимающимися проблемой боли, а также международный обмен опытом по организации помощи и лечения пациентов, страдающих различными болевыми синдромами. В конгрессе принимают участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты по проблеме боли. Седьмой конгресс был мультидисциплинарным. В нем приняли участие неврологи, терапевты, анестезиологи, ревматологи, психиатры, урологи, гастроэнтерологи, эндокринологи и врачи других специальностей. В рамках конгресса проходила интерактивная выставка с участием производителей лекарственных средств, изделий, технологий, применяемых для лечения боли, и медицинских издательств, которые представили свои новинки.